Не за горами профессиональный праздник настоящих мужчин, День защитника Отечества. Поздравлять принято всех, но особое внимание заслуживают те, от кого зависит безопасность страны. Низкий поклон всем, кто присутствует в этом зале, кто жив, и вечная слава тем, кто погиб, умер от ран, защищая наши рубежи и нашу независимость. Этот праздник всех мужественных, стойких и сильных людей. Неважно, находится такой человек на боевом посту или занят мирным трудом. Главное быть достойными памяти павших и ныне живущих воинов. Мы думаем о том, как воспитать наше подрастающее поколение, чтобы все то, что совершили предыдущие поколения россиян, осталось. И чтобы психология победителей навсегда была у наших защитников Отечества. Репутация непобедимых нелегко далась русским воинам, и теперь главное не уронить это почетное звание.